Топ-1 интересных фактов про Forza Horizon 5. Наверное, даже самых интересных. Вы знали, что когда вот в режиме дрона вы можете в кузове машины в отражении увидеть своего дрона? Прикольно. Я просто только сейчас об этом узнал. Здравствуйте. Я сейчас на вот этом вот форде поеду искать раритеты, которые у нас тут остались. Их осталось 6 штук. Давайте сразу, значит, у нас здесь 3 вот в этом месте в одном и 3, в общем-то, вот тут в конце. Ну и, скорее всего, это будет как бы 2 отдельные серии, поэтому сейчас мы займемся вот этими тремя. Давайте начнем с которого попроще, вот сюда поедем и начнем, наверное, по... А хотя чё мы? А, нет, здесь съезда с шоссе нету, поэтому придется нам, наверное, ехать по вот этой вот дороге. Ладно, окей. Ну, мы типа тут как бы соблюдаем правила. Ой, что-то я так газанул, что по правилам у меня, наверное, все там бы уже отвалилось, развалилось. Окей, так, ну, собственно, мы выдвигаемся тут потихонечку. Какой вам нравится больше вид из салона? Вот с рулем или вот такой? Ну, если вы играете на руле каком-нибудь игровом, то понятное дело, что, скорее всего, вот такой вам больше симпатизирует. Но я сейчас спрашиваю, наверное, больше про геймпад, потому что я не знаю почему, но мне почему-то, несмотря на то, что вот как бы тут вроде бы, да, руль видно, вроде бы руки видно, и вот эта вот анимация поворота руля, как бы это круто, но мне почему-то вот этот вид больше нравится все равно. Он какой-то более такой, более натуральный, я не знаю, что ли, ну, как-то с ним больше погружаешься, как будто прям реально ты на настоящей машине едешь. Выглядит как, я не знаю, как реально как с видеорегистратора какой-то. Вот. И, блин, как же круто, что лобовое стекло вот, оно так немного притемняет весь мир. Так, Horizon Arcade нам не нужен. Нифига тут музон играет, нормально пацаны отдыхают. И, кстати, да. Нам сказали то, что, в общем-то, вот эта машина, ну, мне там Доминик Торетто, как обычно, позвонил, сказал то, что вот эта машина, которую мы как раз-таки сейчас искать едем, в общем, нам ее подарят. А, блядь, хотя нет, подожди, я хотел тут придумать такую фигню, что я сейчас эту машину, типа, отреставрирую, сразу на ней поеду другие раритеты искать, но я совсем забыл то, что тут нужно, как бы, какое-то время подождать, перед тем, как, в общем-то, начать поиски, перед тем, как, точнее, машину отреставрируют. Ладно. Значит, потом скажу, что мне там Доминик Торетто сказал, пока что это секрет. Так, ну, значит, здесь, в принципе, сложностей никаких не должно возникнуть, потому что здесь чисто поля, и поскольку у нас вот такой вот брутальненький пикап, мы давайте сразу тогда через эти поля вот так и поедем. Немножко урожай соберем у сожителей нашей Мексики. Так, ну, пока что, я ничего не вижу, но он 100% опять где-нибудь среди деревьев, то есть, хотя, может быть, не сильно окружен, вон, наверное, этот самый гараж с раритетами, да? Ну, это, наверное, одно из самых... А, нет, это, подожди, это не он. Или он? Нет, это не... А, он. Да, это он. Да-да-да. Ну, это одно из самых, наверное, простых. Окей. Что у нас здесь? Я, кстати, я вот реально, я до сих пор не знаю, какие там вообще раритеты есть. Ну, типа, до этого выпадали достаточно неплохие. Например, Ferrari F40 компетиционе. А, спасибо, Доминик Торетто. Ford F100. Ну, окей. Понятненько. Не, ну, кстати, прикольно было бы посмотреть, когда его отреставрируют там. Да и вот так он, в принципе, прикольно выглядит. Мэтр. Как будто. Хотя у Метро, наверное, другая машина какая-то была. Ну, типа, прототипом служила. Так, ну окей, я с 10 лет с такими машинами не работала, перезвоню, как все будет готово. Хорошо. Так, значит, давайте теперь за другим поедем вот сюда. Тут будет уже посложнее, потому что здесь какие-то вот эти теплицы стоят. Побольше вроде бы деревьев, потому что тут, ну, совсем прям, тут вообще чисто поля-поля. Короче, пихали. Блин, я на самом деле не знаю, катается кто-нибудь на вот этих машинах, которые вы среди раритетных находится? И вообще, чем они, типа, такие крутые? Ну, вот, например, есть Ferrari F40 там. По-моему, Мустанг какой-то еще. Мустанг старый был. Прикольный, там, что-то Fastback 2 плюс 2, 3 минус 8, вот это вот. Но среди остальных, типа, такого прям что-то... Ну, то есть, они чисто эстетически такие красивые, типа, старенькие, да, типа, раритетные, да. А, ну, есть еще Ferrari вот эта, которая, типа, самая дорогая, ну, в реальной жизни. Вот. И в игре, в принципе, тоже, но в игре ее бесплатно, по факту, получаешь. Вот, просто что в гараже написано «стоимость 50 миллионов». Но опять-таки, то есть, не, ну, единственное, я не знаю, единственное, что прикольно, это Ferrari F40 компетиционе. И я вот даже думаю, типа, может быть, было бы круче, как бы, если бы все машины они сделали вот такими. То есть, ну, к примеру, есть, по-моему, здесь какой-то Porsche, подожди, вот даже сейчас покажу. По-моему, какой-то Porsche, который за, там... старенький такой за 15 миллионов, типа, вот, 70-го года. Вот, может быть, типа, если вот такие машины тоже, как бы, раритетные, или вот F1 GT, я не знаю, ну, то есть, что-нибудь такое, ну, конечно, хотя, вот этот Ford, вот это вообще было бы круто, если бы он в раритетах был, хотя, по-моему, он, а я не помню особо.
А может быть, здесь и есть такой форт? Может быть, здесь вот этот форт GT, который 2006 года, или 2005, не помню, по-моему, 2006 года такой. Ну, все его знают, типа, много где появлялся, много где его можно было увидеть. Может быть, он здесь среди раритетов будет, было бы классно. Потому что как-то, ну, прикольно-прикольно-то ищешь. О, сразу я, то есть, вот так вот нашел, да, вот этот вот гаражик. Или это не... А, это не он, блядь. Ну, окей, так, чуть-чуть промахнулись. Потому что я не договорил, потому что ты их как бы находишь, но вот отреставрированы они, ты там раз прокатился на них, и все. Хотя, в принципе, в Форзе вообще... Все время, по сути, ты так покупаешь машину какую-то, тюнингуешь, там делаешь из нее что-то крутое, катаешься разок, может быть, там, я не знаю, раскраску или там машину специально делаешь, как из фильма какого-нибудь своего любимого там. И все, разок прокатился и как бы забываешь про нее, потому что в игре просто дофигища машин, как-то на всех хочется покататься. А особого повода как-то на абсолютно всех машинах типа кататься, не знаю, игра не дает. То есть она дает повод кататься там на машинах определенного уровня мощности, но чтобы как-то вот, я не знаю, на одинаковой, допустим, одинакового класса, одинаковой мощности машинах, но разных кататься, то есть, чтобы, ну, типа, как-то каждая из них по-другому ощущалась, ну, короче, такого нету, хотя разработчики и так, конечно, охуенную работу тут проделали по поводу, вот, звуков, там вообще, в принципе, физика тоже прикольная, как бы, в любом случае... Все тут отличается. Так, у нас тут куры. Боже, кура чуть не залетела на мне на машину. Так, подождите, отойдите. Отъедьте, хотел сказать уже. Окей. Тут, я так думаю, мне придется уже юзать мой дрон. Потому что я что-то пока что не вижу. Давайте посмотрим. Так, творческий центр, режим дрона. И, собственно... Бля, а на какую кнопку турбонагнетатель? А, вот. Ага. Ну, может быть, вот с этой стороны, с этих... Около этих пирамид, где тут спрятан гараж. Ага, вот тут вот подозрительное очень место. Но здесь ничего нету. Хотя очень часто бывает вот такое, что посреди полей просто стоит куча-куча деревьев, вот в одном конкретном месте, и там как раз этот гараж и прячется. Хотя, с другой стороны, возможно, он наоборот где-нибудь вот здесь, среди теплиц, где его можно легко спутать с каким-нибудь другим строением. Нет, не башу, не башу. Ну, скорее всего, он, значит, где-то тут в лесах. Но по краю зоны, по-моему, я по краю всей вот этой вот зоны я облетел и не увидел. Разве что, если, блин, я там где-то пропустил, где он вообще на краю был, но... Ну, не должно быть такого. Так, ну окей. Где он тогда может находиться? В центре где-то? Мне кажется, вот где-то вот, вот я уже, мне кажется, близко, потому что вот тут вот такие поля, вот тут вот, вот. Нет, это мне показалось то, что тут ничего нету. Где-то среди этих деревьев, я почему-то более чем уверен. Во! Бля, не, опять показалось, да ёбан в рот. А, во! Да, вот он. Окей, ага, блин, ну, игра могла как бы мне и не отмечать его сразу, я бы хотел сам покататься еще. Ладно, поскольку у нас, в общем-то, форт, раптор, тираннозавр, то мы, собственно, через поля вот так и поедем сразу, а то что нам тут скромничать. На полном газу, короче, вылетаем и смотрим сразу, что там. Дали нам влететь, конечно же. Итак, что у нас здесь? А тут у нас, ух ты, что это? Dodge Dart, Hemi, 425 лошадиных сил. А, все, я понял, что это. Я видел, что это. Да, блин, не помню, правда, в каком фильме, но я понял, что это. Ну, не то чтобы в фильме, в принципе. Много где этот Dodge Dart видел, да и в Forza Horizon 5. Ой, в Forza Horizon 4 на нем катался. Прикольно, прикольно, конечно. Окей, хорошо. И теперь самое, наверное, сложное. Жангли. Джангл. Труза джангл. Вот здесь уже будет реально посложнее. Если только мне не повезет, я сразу прям на него не наткнусь. Просто здесь прям очень... Хотя я бы не сказал то, что прям настолько тут джунгли. Тут как-то, смотри, вроде бы и есть скопление деревьев прям так, где их много, но... Ну как-то... Все равно они такими кластерами расположены. И типа много открытых пространств. Так что давайте ныряем сюда в джунгли и, короче... Смотрим. Вот, да? Ну, классно. В принципе, долго пришлось искать. Окей. Что у нас здесь? Блин, 3 минуты, по-моему, прошло. 2. Сарай нашелся. Ну да. Ну, а теперь мужик почему-то пришел. Первый раз, по-моему, за все время. Итак, что... О-о-о! Вот это уже интересно. Вот это уже поприкольнее. Его же нету в этом... В автосалоне просто. Ну, он же старый, типа, да? Мне кажется, такого, ну, вот именно конкретно этого нету. Капец. Так, блин, это круто! Ну, вот окей, плюс еще одна машина, например, которая тоже интересная. И осталось в итоге 3 раритета. Ух ты, еперный театр, как я-то подскочил-то. Неплохо. Ну, получается, я домой теперь отправляюсь. Блин, я до сих пор так и не понял. Нужно совершить, типа, какое-то действие, чтобы эти раритеты починились? Или что? Или, типа, нужно просто реально подождать? Просто, как-то я помню, я в Феррари
GTX 40 очень-очень долго ждал. Хотя, может, здесь это тоже от машин зависит, то что, типа, более какие-то крутые машины, более, там, я не знаю, сложные, восстанавливаются дольше. Итак, раритеты. И, собственно, вот у нас три наши машины, которые, в общем-то, сегодня я и нашел. А, хотя нет, смотри, здесь еще были вон... Не, ну ладно, вот этот Корвет, Бимер, например, вот это Феррари, ну вот это тоже, типа, вот это вообще я не знаю, что, типа, ну окей. Короче, они чисто такие эстетически прикольные. Мустанг, в принципе, прикольный. Ягуар вот это. Давайте как раз таки, кстати, может на нем я и прокачусь. Я, по-моему, на всех уже катался, а на вот этом не катался. Ну, остальные там не то чтобы прям супер интересны. Так, ну поехали сразу. Вот такой автомобиль, кстати, прикольно, прикольно. Салон, смешно, смешно. Ягуар Спорт. Ну чё, с ланча? Как обычно. Ну, погнали. Шлифует немножечко. Ну, окей. Буксует. Ну, едет нормально. Ну, у него там S1 класс, да? Да, 829. Блин, классно. И рулится, кстати, он вроде бы нормально. Ну, типа, прям отзывчивый и хорошо рулится. Ну, тут понятно. Это же задний привод вроде бы, да? И как бы... Ить! Ой-ой-ой, окей, чуть-чуть улетел, поверил в себя. Ну вот, собственно, как я, блять, вот у меня всегда с этими раритетами вот так вот. Только выехал и сразу все. Да, это задний привод, окей. Жалко, конечно, что мало этих раритетов. Всего 14 штук. Я бы хотел побольше просто всякого контента там запилить со всем вот этим, но по сути 14 штук это уже, ну, все давным-давно нашли. Я тут... опоздал на 2 месяца, как раз все в первый день, наверное, еще эти раритеты понаходили. Ну ладно. Собственно, получается все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.